Всем привет! Меня зовут Кирилл Колесниченко, и сегодня мы познакомимся с вами ближе. И сегодня знакомиться ближе мы будем во время готовки шашлыка. В самом раннем детстве, наверное, в садике это было, я хотел стать ДПСником. У меня была машинка на пульте управления ДПС, она мне нравилась, из-за этого я хотел. Потом, через 4 года уже, когда пошел в школу, пошли на экскурсию, я сразу понял, что я хочу быть футболистом. В спортивную школу на экскурсию сходили, пришел домой, маме сказал, все, я буду футболистом. Никогда не мечтал стать актером? Вообще не думал. Но когда первый раз сказали про фильм, попробовал, довольно интересно, но мне кажется, профессионально это очень сложно. К чемпионату мира хотели выпустить фильм, он был о футболистах молодых. Получается, назывался он «Мы будем первыми», снимала киностудия «Остров». Снималось сколько? Человек 7 нас. Это было, получается, в 15-м году начали снимать. Проснимали недолгое время, взяли паузу. Не знаю, с чем это было связано, брали паузу. Через 2,5 года продолжили съемки этого фильма. Отсняли еще какую-то часть. Все обещали, сейчас выйдет. По итогу, после я узнал, что от продюсера этого фильма, что фильм уже вышел, просто с другими ребятами, более молодыми. Когда уже перебрался в Москву, там футбольная школа была вместе с общеобразовательной школой. И все было подстроено, чтобы успевали и на тренировку, и на учебу, и ничего не пропускали. Правда, последний год, 11 класс, я полгода вообще не учился, потому что уехал в аренду в Хабаровск. Там в школу я не ходил, готовился с репетиторами к экзаменам. Когда начал «Войну и мир» читать, хоть там много всяких аббревиатур, обозначений военных, терминов военных, постоянно приходилось их искать, что они обозначают. Это, во-первых, полезно развивается, речь, кругозор. А во-вторых, мне помогло это на экзаменах. «Война и мир» действительно помогла, я без проблем написал сочинение. Не знаю, первый раз начал читать, просто понравилось. Второй через время подзабыл книгу и решил... Другой не было, решил ее почитать снова. Понял, что совсем по-другому книга открывается для меня. И уже года через 2-3 раз я ее прочитал, чтобы понять еще с другой стороны, со всех аспектов. Потому что, честно говоря, за футболом особо не слежу. Я сам люблю играть, люблю, когда тактику объясняют подобное, все это мне нравится слушать. А вот так, чтобы фамилии запоминать, какие-то исторические факты, нет. Матчи смотрю, вот идет чемпионат Европы, смотрю. А так, например, мне скажут, сколько там забил Роналдо, а я откуда знаю, много. Ужин готов. Надеюсь, парням понравится. Рад был с вами пообщаться. До скорых встреч.